14 июня состоялось очередное заседание информационно-аналитического совета Государственной службы по делам семьи и детей ДНР. Главной темой повестки дня было осуществление контроля условий содержания, обучения и воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, по состоянию на 31 мая 2018 года. Информационно-аналитический совет является постоянно действующим консультативным совещательным органом. Заседания проводятся ежеквартально согласно ранее утвержденному плану работы и составленных вопросов. Сегодня у нас на повестке дня три основных вопроса. Первый вопрос – это осуществление контроля условий воспитания, содержания и обучения детей в семьях опекунов-попечителей, приемных семьях, детских домах семейного типа. Деятельность органов опеки и попечительства, связанная с защитой прав детей в части устройства их семейной формы воспитания и осуществление социальной работы с семьями с детьми, в которых дети пострадали от домашнего насилия. По результатам проверок условий содержания, обучения и воспитания детей соответствующих категорий никаких правонарушений не выявлено. Всего же в 2017 году проведено 36 проверок в учреждениях, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения. Для нас, депутатов, это информация необходимая контроля, да, некого, которую мы можем принимать во внимание при принятии, при разработке нормативных актов, при разработке законов. Ну вот закон о детях очень сложный, потому что это базис вообще государственности. Дети – это базис государственности. Поэтому мы на сегодняшний день максимально пытаемся вычистить его от перекосов, перегибов. В связи с этим можно отметить высокий уровень усыновления детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. И хочется отметить, что у нас наблюдается положительная тенденция, то есть меняется культура усыновления. На сегодня у нас в республике усыновлено 209 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. И если раньше кандидаты в усыновители желали взять в семью только маленького ребенка, то сейчас усыновляются более старшие возрастные группы, усыновляются семейные группы детей. Службой продолжается работа по централизованному приему кандидатов в усыновители. Сергей Михайлов, Станислав Мухин, Новороссия ТВ.